Всем большой привет! Сегодня будем готовить пышные постные оладьи. Нам не понадобится ни кефир, ни яйца. Оладушки готовятся практически из ничего. При этом получаются очень вкусными. Огромная просьба, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал. Отзывы и рекомендации оставляйте в комментариях. Приятного просмотра! Просеиваем 400 граммов муки в глубокую миску. Добавляем 1/2 чайной ложки соли, 1 столовую ложку сахара, 1 пакетик ванильного сахара, 2 чайных ложки сухих дрожжей. Перемешиваем и подливаем небольшими порциями 350 мл теплой воды. Размешиваем до однородности массы. Накрываем тесто полотенцем и оставляем в теплом месте примерно на полчаса. По истечении времени разогреваем сковороду с подсолнечным маслом. И выкладываем туда порции теста. Ложку каждый раз окунаем в растительное масло. Тесто после того, как оно подошло, перемешивать не нужно. Выпекаем оладьи на среднем огне до золотистого цвета. Сначала с одной стороны, а потом и с другой. Готовые оладушки выкладываем на несколько минут на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Вот и все. Пышные постные оладьи на воде готовы. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.